André. Ехать надо. Лишь бы успокоиться. Он... Снова повестка пришла. Да брось! Кто меня тронет? Господи. Як добре, що Вадик цього всього не бачить. Что? Охренели там совсем? О! Иди сюда. Вадик приехал. Что ты столичный? Да ладно тебе. Молодец, Вадька, что приехал. А ты и там был? Сынок, сынок, приехал. Молодец. Одноклассников встретил. Ничего, потом наговоритесь. Сейчас давай борщ. Мамка наварила борщ такой. Эх, да что ж ты не предупредил? Позвонил бы хоть, встретили бы тебя. Ну, молодец. Не звонишь, мы с мамкой переживаем. Сколько ж можно? Да? Вон она там в окне выглядывает. Эх, сынок, сынок. Долбдон ты. Ну скажи ты мне, нахрена ты приехал? Вас мама забрать. Ты куда? А, сыночку. Ой, чё ж не позвонил, не сказал, что приедешь. Давай, захватывай руки, хлопот, давай, давай. Слухай, я же тебя не знала. Пусть тебя не в халате. Ой, хороший. И тебя туда занесло ведь. Ну, привет. Я не знаю. Что-то что, обеда нема. Котлеты, да? А ты еще не навоевался? Так, что, подивлюсь. Ага. Добре, зараз це. Я ж ты не молодой. Что ж ты мне мозги промываешь? Да мы уже доучились. Он... За окно посмотри. И взрослый стал. Ох ты, який. Ой, я ж ты хороший. Вещи собирай.
Слава Иисусу Христу, отец. Ой. Здравствуйте, мальчик. Сделайте по красоте. Да вы понимаете, хозяина сейчас нет. Слышишь, дядь, не загоняй. Дядь. Угу. Андрію, батька забрали. Жди здесь. Куда? Саенко у себя? Да. Да, давай. О, Андрюха, одумался. Ну что, товарищ военный советник, послужим отечеству, а? Витя, у меня твои сына забрали. Витя, ты просил прийти, я пришел. Да. Верни сына. Ну, хорошо, ты идешь, да? Как сына зовут? Вадим. Слушай, сегодня ваши Вадима забрали, этого Ковалева, да? Ну, где он у вас там? Ищи. Да. Ну, можешь идти оформляться. Сейчас решим. Садись. Ну что там у вас? Что? Как? Да-да. Все. Что все?